рамках проведения Международной олимпиады по информатике IOI Казанский федеральный университет посетил заместитель министра образования и науки Российской Федерации Екатерина Толстикова. В сопровождении проректора Марата Сафиуллина она побывала в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций, пресс-службе университета и студенческом канале «Универсмотри». Директор Высшей школы Леонид Толчинский рассказал о ходе работы по подготовке телевизионной студии «Ньюсрума» и мультимедийной аудитории в рамках образовательного процесса будущих журналистов. Руководитель департамента пресс-службы Лейла Мухтарова ознакомила Екатерину Толстикову с работой сайта Казанского федерального университета и сайтом 28-й международной олимпиады по информатике IOI-2016. Директор медиа-центра Ильдар Каримов провел Екатерину Толстикову по малой и большой студии, ознакомил с ходом работы службы новостей и видеопроизводства студенческого телеканала КФУ «Универсмотри». На экскурсии также прозвучало, что студенческий канал имеет более 28 тысяч подписчиков и общее количество просмотров на Ютубе – 6 миллионов. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что университет должен быть не просто образовательным центром, а центром и образовательным, и научным, и связанным с практикой. То есть это должен быть центр компетенций, и мне кажется, у вас здесь это хорошо уже продемонстрировано, раз у вас в одном здании планируется и факультет, и, собственно, подразделение университета, которое занимается медиапространством. Регина Фахрутдинова, Руслан Уразаев, Универньюз.